Всем привет! Сегодня шестой день, как мы отдыхаем. Мы снова приехали в храм, постояли службу. Услышали колокольный звон. Сейчас поедем домой. Заедем на Волгу. Пошли за козлятами. Пойдем за козлятами. Пошли. Какой радостный. Иди. Пошли. Пойдем за козлятами. Пошли. Ой, какой довольный. Пошли за козлятами. Пойдем. Пойдем. Сообщай всем, как ты пошел за козлятами. Пошли за козлятами. Из загона их выгонять. Трех козлят. Давай, вперед, иди. Пошли. Пошли. Ой, довольный. Любит козлят встречать. Все, давайте, выходите, маленькие. Выходи. Давайте домой. Давайте. Идите домой. Все, все домой, зайчики мои, все домой, вы что встали-то? Быстро домой, сказал. Встали три барана. Идите домой, говорят вам. Пошли, пойдем. Пошлите за мной, пойдемте. Вот каждый день так. Встают, начинают хрустеть. Так, вы пойдете домой или нет? Пошлите домой. Пошлите. Вот так я каждый день пасу козочек. Пошлите домой. Сегодня шестой день уже. Пойдемте. Уже вечер. 8 часов я их забираю. Все, сегодня 7-й день нашего отпуска. Сейчас будем собирать калину. Какая красная. На Волге растет. Какая шикарная. Эх, все, кончился наш отпуск. Да, Котя? Да, собираем. Собрали баулы. Вон какие баулы. Корзинки. Вторую корзинку уже убрали. Сейчас на Мерседесе поедем. Все. 7 дней пробежало, как один день. Всего набрали. Очень жалко, что все закончилось. Теперь до следующего года. Всем пока-пока.